Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Почти 40 тысяч обманутых дольщиков насчитывается в стране в настоящее время. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. По его словам, фиксируется 714 проблемных объектов в 67 регионах страны, в которых зарегистрировано 39 950 человек. Мень напомнил, что сейчас на территории России более 5,5 тысяч застройщиков возводят 14 тысяч объектов строительства с привлечением средств граждан. Это 80% от всего объема индустриального домостроения. Общая площадь возводимого жилья превышает 113 миллионов квадратных метров. Дайджест недвижимости. В Кирове выставляют на продажу колледж и центр молодежного досуга. Постановления об этом опубликованы на сайте городской администрации. Помещение колледжа в доме номер 4А по улице Крупской расположено на цокольном этаже здания 1981 года постройки. Его площадь 458 квадратных метров, начальная цена 12 миллионов 303 тысячи рублей. Центр досуга молодежи, также выставленный на продажу, находится в Нововятском районе города. Нежилое одноэтажное здание площадью 390 квадратов расположено на улице Мопра, 8А. Стартовая цена аукциона составляет 11 миллионов 185 тысяч рублей. Дайджест недвижимости. В Кирове построят улицу Дублер для Азина, подземные автостоянки и третий мост через Вятку. Эти сведения содержатся в постановлении об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, опубликованном на сайте мэрии. Ее реализация рассчитана до 2020 года. Как сообщается в документе, строительство дополнительного моста через Вятку к югу от центра города необходимо для сокращения интенсивности движения в центральном районе при проезде из южной части в Заречную. Наиболее благоприятной точкой для выхода на берег и последующего устройства моста является улица Милицейская. Разгрузить улицы планируется за счет строительства дублеров. Предполагается продолжить на север улицу Горького. Это создаст возможность безопасного въезда в кварталы между Преображенской и Московской. Схожая ситуация и подобное решение создания дублеров будет использовано на других территориях. Улица Азина, Мелькомбинатовский проезд, Троллейбусный переулок. Кроме того, в планах строительство подземных автостоянок в центре города, в районах исторической застройки и на улицах общегородского значения Ленина, Октябрьском проспекте и других, уточняют бизнес-новости в Кирове. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.